вы искали лечение солевого диатеза, вы нашли нужное видео. Что такое солевой диатез? Это фактически состояние, которое отражает, что ваши почки длительное время перегружены токсинами, которые не могут, или шлаками обмена веществ, которые они не могут выделять полноценно из организма, поэтому они оседают в виде осадка в лоханках почек. И в лоханках почек появляются вначале эхопозитивные включения, потом песочек, потом камушки. Неизменные спутники этого процесса из-за того, что инородное тело оно провоцирует, снижает местный иммунитет, появляется воспалительный процесс, будет это цистопиелонефрит несущественно. Итог другой, это состояние почек, резко повышается риск пиелонефрит, это самая частая причина почечной недостаточности. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно решать сначала, то есть первое, что нужно, в зависимости от того, какие соли выделяются через почки, нужно на входе регулировать питание, то есть какие-то продукты нужно ограничить, какие-то исключить полностью, а какие-то использовать без ограничений. В зависимости от этого находится состояние употребления жидкости, потому что вода – это непременный компонент, который выводит через почки те продукты жизнедеятельности, которые в организме образовались. Ну и длительное лечение, тут нет необходимости в этом, нужно просто-напросто помочь вашим почкам